Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Эй, Эми, ты в порядке? Как это интересно! Я могу быть в порядке! Мама крутая! Мишка, бабах! Ого, про тебя в новостях пишут. Наемная работница на ферме подралась с медведем и отправила его в нокаут. Интересно, кто им инфу слил? Вот только есть одна проблема. Новое прозвище «Гроза медведей» тебе вряд ли понравится. Что? Стоп, минуточку, Белль. Какое еще прозвище? «Гроза медведей»? А, да, просто тебя так Сатана с Алсиэлем прозвали. Мао! Тише, успокойся, Эмилия! Мао и Алсиэль куда-то ушли с господином Манджи! Пусти меня, Белль! А где Алас Рамус? Только не говори, что с Мао! Нет, они с Хи тоже спят на первом этаже. Не беспокойся! Как не беспокоиться? Вдруг Алас Рамус начнет за ним повторять? Моя мама гроза медведей! Да как мне дальше жить тогда? Да все равно ты уже герой людей, гроза князя тьмы. Подумаешь, медведи, какая разница? А ты не ухмыляйся, будто что-то умное сказал! Похоже, это обычный пикап. Но на всякий случай надо написать Эми. Сгинь, нечистый, умри! Я сама за тебя Эмилии напишу, а ты сдохни! Нет, стой, не надо! Только не заколку! Виноват, грешен, исправлюсь! Не разбивай мне голову, как арбуз, пощади! Думали, сможете от меня убежать? И чего ты описался? Не пойму. Не бойся! Моя мама не гроза медведей! Да, мама? Мао, как только увижу, убью! Set to make you cry, set to put a price.